Всем привет еще раз. Я уже дома. Спешу поделиться своими покупками, которые я сделала сегодня на оптовом рынке Маяк. Иди сюда, иди. Не может без меня, она должна быть тут. Моя помощница, вон, всем привет, скажи. Скажи, всем привет. Причёха у меня, как всегда, на бекрень. Я ей поворачиваю хвостик на бочок, когда она ест с мисочки, потому что пачкается. Показываю свои покупки. Ехала я докупить себе еще ниточек шелковых. Выходят они дешевле, чем если покупать на рынке. На рынке у нас 30 рублей бобиночка. Там выходит 240. Если брать оптом, то как бы дешевле еще. Но я взяла две. Значит, ну я так подозревала, что чем-то они отличаются. В прошлый раз у меня как-то не было времени, и я так на слово поверила, глянула одним глазком. В этот раз я хорошенько перебрала все моточки, ну, упаковочки, и все-таки обратила внимание, что отличаются. И жалею, что еще не порылась, нужно было брать 4 штуки. То есть ходовых, которые более ходовые, там вот эти вот там оранжевые, вот эти как-то горчичные, так сказать. Они постоянно нужны, можно было брать. Но при этом в том, который я в прошлый раз брала, там... Ой, сейчас я возьму его. Куся, ты вот не делай. Здесь, к примеру, видите, вот, скажем, вот такого оттенка. Здесь аж вот сколько. Здесь вот такой коричневый. Ну, плохо видно, но тем не менее. В этом упаковке такого нет. Здесь черный. Причем он не черный, а графитовый. Эти повторяются, как будто бы, но они разного оттенка. Ну, то есть, в общем, разница есть, можно было порыться и брать. И вот еще один, ну, это два я таких взяла. Здесь тоже, здесь уже не такой темный. И здесь вот этот светло-сиреневый отличается. Розовый здесь ярче, чем в тех. Ну, в общем, для тех, кому существенна разница оттенков, покопаться хорошо, и там оттенки разные. Значит, докупила себе иголки. Эти я купила на пробу. Такие я не брала. Это Индия, как мне сказали. Ну, попробую. Эти вот такие в магазинах специализированных. Больше 100 рублей. 120, не меньше, в общем. Там они, получается, по-моему, не то 80. Оптом дешевле. То есть, если брать десяток, то дешевле. Здесь 5, здесь 10. Эти совсем дешевые. Там 33 рубля, 35 рублей. Если брать 10 упаковок, тоже дешевле. Ну, должны быть неплохие, но дело в том, что я вышиваю, поэтому на вышивке быстро совсем иголки портятся. Я тогда их с вышивки убираю на оверлок. На оверлоке нормально иду. И, по-моему, я сломала на оверлоке нож. Ну, то есть не сломала, а подпортила. Нужно будет посмотреть. Это я жалуюсь. Потом я купила органзу. Вот понимаете, мне своей мало органзы. Я купила целый моток и хочу... С одной стороны лень, с другой стороны хочу все-таки проверить, сколько здесь. Написано 8-9 метров, 280 рублей. Но хочу померить, а то вдруг тут не 8, а тут совсем может быть 7. Но тем не менее, все равно выходит, ну, как бы нормальная цена. Качество хорошее, и эта органза хорошо идет делать все эти крызи там. Ну, лоскутное шитье, в общем. В лоскутном шитье. Ну и, в общем, у меня жилет затормозился, безрукавка моя, да, из платков. И я не знаю, как ее обработать, и то, что я хотела, я уже не хочу. Я купила, посмотрите, какую я купила ленту. Здесь, по-моему, 10 метров. Я не хочу искать листик и смотреть. И стоит она 180, по-моему. Кажется, 180. Но в любом случае, гораздо дешевле, чем на метр брать. А она все равно пригодится. Я же хочу еще сумочку, какой-нибудь аксессуарчик сделать, пиджачку к этому, ну, безрукавке. И купила вот такое кружево. То есть к моей безрукавке они подходят. Нету кусочка, и безрукавка сейчас в другом месте стоит. Но когда я сделаю, я покажу, будет видно. Это кружево, которое можно его делить пополам и более узкое делать. Либо как-то складывать, ну, в общем, вот такое. Посредине можно его прошивать. Оно очень красиво на складочки ложится. Если посредине собирать складочки, то очень красиво.
Я его себе купила. Здесь тоже 10 метров, 140 рублей 10 метров. И там же на метраж, где я брала это кружево, 20, по-моему, 2 рубля или 25 рублей, если на метраж. То есть, ну, в любом случае получается. Если кто занимается рукоделием, получается выгоднее поехать, купить этот моток 10 метров. И надолго хватит, и всегда найдется, куда его пришить. Если денежки свободные есть, так, ну, кто заказики делает. Вот у меня лежит, я постоянно пользуюсь, постоянно. И уже остался совсем маленький моточек, тоже брала на опт, но оно очень, оно синтетическое и очень-очень плотное. Вот классно на сумке его шить, на лен нашивать. Купила подругиному мальчику, он любит очень, сынишке подругиному, он очень любит животных. Если мой внук любит машинки всякие, то этот ребеночек любит животных всяких. Посмотрите, какое чудо, игрушка антистресс. Она такая, если ее... Видите? Я не хочу ее доставать, потому что мальчишка 3 годика, чуть больше. И там еще в семье манюсенький ребеночек есть. И лишний раз брать руками мне не хочется. Пусть уже ребенку принесу, он коробочку сам откроет и сам достанет. Мне из упаковки достали. Ну, то есть я так думаю, что хотя бы минимально его касались. Все, кому не лень. Но он такой весь мягенький. Посмотрите, тут даже через коробку. Кто знает эти игрушки? Это антистресс такой вот. Они сжимаются, как лизуны. Ну, не могла пройти мимо, купила. Вот такая моя поездочка была. Купила как будто бы мало, но денег потратила достаточно. Ну, очень довольная, как всегда, такая вся радая, довольная, что я скупилась, что я... Идеи у меня же опять как бы к моим покупкам, поэтому буду потихоньку делиться своими идеями, воплощением. Получилось у меня все-таки, осилили мы с дочерью маленькую проблемку, которая была у меня с отправкой, с загрузкой, в общем-то, моих видео. Там получились 2 куска больших, и они никак не грузились. Я думала, что потеряется у меня кусок от безрукавки и кусок от коврика. В общем, как будто бы мы все это смогли решить. Ну, не смогли, да, мы решили это все, решили, поэтому... Скоро будут мои безрукавка, скоро будет мой коврик, я теперь могу доделывать. Безрукавка буквально на днях я доделаю, отсниму. Ну, а там уж как время, чтобы сделать видео. Но мне уже не терпится ее доделать и одеть. Поэтому подписывайтесь. Люблю, целую, обнимаю. Будет еще похвастушка с тканями. Ткани я уже все покромсала. Осталось догладить из 5 вещей. Кусочки эти все, лоскутики. И потом покажу все свои лоскутики, которые у меня есть. Ну, минут на 5, в общем, похвастушка с лоскутиками точно будет. Самое главное, чтобы мой хомяк не утащил все это, понимаете, в свою норку и не сидел их, не рассматривал и любовался, а сидел и шил этот хомяк. Вот, поэтому всех целую, обнимаю еще раз. Всех люблю, подписывайтесь, жду вас у себя на канале. Всем пока!